Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Смяуб. И это долгожданный выпуск про строительство города. В общем-то, я не знаю, как его назвать, поэтому пишите свои идеи в комментарии. И, в общем, очень много чего я построил. Два дня выходили другие видео совсем, потому что я строил этот город. И готов вам показать то, что тут очень много чего крутого появилось. Итак. И в общем, во-первых, у нас есть более или менее карта города. И вот так это все выглядит просто. Вы посмотрите. Гипермаркет. Да-да, это уже спойлер. В общем, мы сейчас смотрим. В принципе, ничего такого тут нету. Детская площадка. И давайте. Тут есть две дороги к гипермаркету. Давайте пойдем через ту, которая не будет спойлерить сильно. Так, также магазин мебели полностью готов. Как видите, деньги появились. Теперь уже можно покупать мебель. Так, идем по этой дороге. И вот он, наш гипермаркет. Просто посмотрите, как он выглядит. Это просто пипец. Он гигантский. Вот. Также, если подняться, тут есть гигантская парковка, которую вы можете наблюдать. Есть бензин. Бензин, заправляющие штуки. И сейчас покажу вам главный вход. Вот главный вход в этот гипермаркет. И давайте войдем. Тут есть вот. Тут есть магазин цветов. Он закрытый, как видите. Я не могу его никак открыть. И магазин продуктов. Теперь в моем городе можно купить продукты в этом гипермаркете. Итак, как видите, тут можно купить чипсы, пончики, шоколадки, ну и так другие всякие продукты, не приготовленные. И магазин электроники также появился. Как видите, тут есть стулья, тут есть всякие вещи. Вот, то есть наушники, там ноутбуки, компьютеры, приставки, также шлем VR. Вот, смотрим. Можно вот так одеть. Пока что, это выглядит вот так. Купить это можно, но это все бесплатно, поэтому пока что это еще не доделано. Вот. Также наверх на парковку можно подняться так. Или же подняться на лифте, что я думаю намного быстрее. И вот очень просто и легко. Но вид тут очень крутой. И вы думали, это все. Вы думали, ой, блин, а чё так мало? За целых два дня я построил. Нет, не-не-не-не-не. Вот. Появился мост. Наконец-таки долгожданный. На другую часть. Если вы заметили, то на мини-карте тут уже есть постройка. Мы летим сюда. И тут есть дом. Самый первый дом в этом загороде. Вот, как видите, дом вполне красивый. Вот так вот он выглядит. И вот, давайте с гаража начнем. Вот тут машину можно, когда ты купишь, допустим, этот дом ты купишь, то ты можешь вот здесь что-нибудь-то делать. Дальше, тут есть такая веранда пустая. Тут ты можешь сделать что-нибудь красивое. И заходим внутрь. Тут вот такой холл, тут гараж.
Идем по холлу. И тут есть пустая комната. Здесь вы можете сделать что-нибудь свое. Вот, вентилятор, то есть такой же, как есть в магазине. Вот, можно его покрутить как-нибудь, как вам удобно. Святые, гитара. Давайте пройдем сюда пока что. И тут у нас есть вот такая уютная комнатка, где вы сможете тихонько, спокойно, в мирной обстановке посмотреть телевизор и чисто почилить, отдохнуть. Дальше. Кухня. Здесь у нас есть шкаф. Дальше. Плакат. Кастрюли необходимые. Вот. Полотенца обычные. Холодильник, наполненный едой. Духовка. Плита. Вот. Дальше шкафчики. Кран. Вы думали, тут нет ножей? Но вот и ножи тоже тут разные есть. Также посуда, бокалы, чайник, стулья. Давайте теперь сюда. И тут у нас ванная. Умывальник, туалет. Вполне красивый вид, потому что там, скорее всего, попозже будут застройка полностью зданиями такими маленькими. И это будет очень круто выглядеть. И давайте самое, как по мне, уютное место в этом доме. Это вот эта комната. Просто посмотрите на вид. Можно увидеть город, можно увидеть речку. Вот просто садитесь тут перед зеркалом, допустим. Или вот так становитесь и можете просто смотреть, как тут едут какие-то люди, допустим. Ну вот представьте себе. Но это просто прекрасный загородный дом, как по мне. Так, также тут есть большая роскошная белая кровать. Компьютер игровой. Со стулом тоже игровым. Вот. Лампочки такие модерн. И вот так вот украшено сердечками у нас. Так, я что-то тут сломал чуть. Вот, сердечками украшена тут стена. И это очень классно выглядит. Ну и в общем, как по мне, очень круто получилось вот это все. И я надеюсь, вы поставите лайк за то, что 2 дня я не просто снимал какие-то другой контент какой-то, а я делал обновление гигантское этому городу. Вот, поэтому, как видите, город намного лучше стал. И просто гипермаркет гигантский. Если вы думаете, то что всего лишь 2 магазинчика, то нет. Нет, ну так-то да, 2 магазинчика. Но сейчас я поставлю тут плиты. И тут как бы есть вот столько пустого пространства, и вы там можете делать все что угодно. Поэтому магазин еще даже наполовину не заполнен. Вот. Ну, в общем, кому понравилась эта серия, я надеюсь, вы поставите лайк и оцените вообще, как это вообще получилось. И обязательно напишите, как бы лучше назвать этот город. Я выберу самую название хорошее, которое мне понравится, и назову так город. Вот. Ну, то есть, такой прикольненький уже городочек получается, новенький. И давайте, всем пока, дорогие друзья, с вами был я, Смяу. Одевайте маски, мойте руки, всем пока.